Выращивая помидоры на участке, огородник проводит контроль развития, ориентируясь на сроки появления всходов, развития куста, цветения и созревания помидор. Зная, через сколько дней после цветения созревают помидоры, можно корректировать основной уход, дополняя его процедурами для ускорения или усиления плодоношения в открытом грунте. Будем рассматривать, через сколько дней после цветения созревают помидоры, так что продолжайте слушать. Сорта помидор, используемые для посадки на дачном участке, можно разделить на следующие – раннеспелый, среднеспелый и поздние сорта. Каждый из типов помидор созревает в свои сроки при условии, что были соблюдены основные агротехнические приемы посадки. Стоит также отметить, что дополнительная стимуляция, например, ранняя прищипка, подкормка и прочее, влияет на развитие помидор в открытом грунте, лишь ускоряя созревание. На заметку огороднику, после ранней прищипки помидор верхушечного побега в четвертой фазе образуются мощные стебли. На созревание после цветения помидор также влияет выборочное удаление побегов и соцветий, оставляет лишь сильные, способные быстро сформироваться и преобразоваться в завязи. Как определить сильные побеги? Зачастую побеги определяются стандартно, исходя из истории плодоношения и ориентируясь на зону куста, наиболее плодоносящую в прошлом сезоне. Через сколько дней после цветения созревают помидорчики? Первые кисти соцветий появляются, когда на рассаде имеется до 8 листов, последующие 2-3 после посадки в открытый грунт. От числа листов на кусте зависит скорость и объемы плодоношения. Цветочная кисть появляется через 1 неделю после цветения последней. Плодоношение наступает в зависимости от сорта, биологических признаков и погодных условий. От начала цветения до появления и налива плодов помидор проходит от 40 до 55 дней. На заметку огороднику, один и тот же сорт может плодоносить в разное время. Сроки поспевания помидор в открытом грунте в таком случае зависят от благоприятных условий выращивания, в которые входят погодные условия, обработка помидор на стадии рассады, уход за помидорами в открытом грунте. Почему помидоры цветут, но не плодоносят? Распространенной проблемой среди огородников при выращивании помидор в открытом грунте является следующее. Почему помидоры цветут, но не плодоносят? Причины этому следующие. Недостаточный объем освещения, нехватка питательных веществ, минералов, микроэлементов, органики, недостаточный полив, загущение посадок, болезни, паразиты. Что может ускорить развитие плодов помидор в открытом грунте? Для того, чтобы ускорить созревание помидор в открытом грунте, можно использовать эффективные корневые и внекорневые подкормки для открытого грунта. Корневые подкормки основываются на внесении минеральных удобрений и микроэлементов, а внекорневые подкормки помидор для плодоношения в грунте следующие. Опрыскивать вытяжкой суперфосфата 0,5%, приготовить за 1 день до использования. Обрабатывать раствором 50 г суперфосфата на 10 литров горячей воды, несколько раз перемешать и настоять от 12 до 24 часов. После осуществления процедур следить за реакцией помидор, продолжать умеренно поливать. При необходимости повторить опрыскивание. О других техниках ухода и подкормки за помидорами до и после созревания читайте на нашем сайте tunechi.info. Обязательно поставьте лайк под видео и подпишитесь на канал, чтобы получать интересные обзоры и интересные статьи.